В Москве прошел международный форум инноваций в промышленном дизайне «Пушка». Более 500 участников и десятки компаний с мировым именем представили свою продукцию в разных номинациях. Идеи промышленного дизайна изучила наш собственный корреспондент в Москве Дарья Белоусова-Петровская. Международный форум «Пушка» — это площадка, где студенты из разных вузов мира представляют свои идеи в области промышленного дизайна. В этом году более 10 номинаций. От эко-кухонь до беспилотных автомобилей. Но главная задача форума в том, что здесь студенты могут встретиться со своими потенциальными заказчиками. Один из заказчиков – крупная российская транспортная компания. Занимается грузовыми перевозками и параллельно внедряет автоботы в своем парке. Ведь будущее именно за беспилотными автомобилями. Поэтому, отбирая конкурсные работы молодых дизайнеров из Беларуси, России и Финляндии, обращали внимание не только на красоту и нестандартные идеи, а в первую очередь на возможность реализации этого проекта. Внутри у него нету арок колесных. Это очень важно при палетной загрузке. Здесь все же есть место под кабину пилота, оно минимальное, но оно есть. У него наиболее правильные формы, которые позволяют нам оптимистично загрузить этот автомобиль. В форуме «Пушка» белорусы участвуют впервые сразу в нескольких номинациях. Это транспортный дизайн, инновационные аксессуары для кухонь и бытовая техника. Именно здесь мы стали лучшими. Идея мини-холодильника от студента 4-го курса Белорусской академии искусств Егора Аралина поразила жюри своей простотой и практичностью. Ну, много проводил времени на кухне и как бы понял, что большой холодильник, ну, это некрасиво просто-напросто. Ну, я вот как бы, ну, это не прям мой концепт, что он такой маленький и встраивается в тумбочку. То есть это есть, аналогов хватает. Просто вот именно моей фишкой, моей идеей было то, чтобы сверху была прозрачная панель, которая вот позволит, грубо говоря, еще, ну, чтобы был у человека обзор, какие продукты есть, чтобы все под рукой было, все понимаешь, где что лежит, не надо открывать по 100 раз. Сегодня специалист в промышленном дизайне – профессия штучная. Например, в Белорусской академии искусств набор на эту специализацию ограничен. В этом году выпускниками стало только 10 человек. В этом году там 4 человека всего выпускается промышленных дизайнеров в области транспорта. Там в области бытового дизайна это 6 человек выпускается. То есть это фактически штучный товар. Поэтому международный форум «Пушка» – это хороший шанс для начинающих дизайнеров. Ведь здесь проект может выстрелить так удачно, что студенческая работа превратится в реальный продукт. Дарья Белоусова-Петровская, Алексей Чернюк, агентство теленовостей «Москва».